Безпілотники атакували два важливих заводи Путіна. Також в Криму більше 20 вибухів. Є захід Сил оборони України в сусідню від Курської і Брянської області. Сьогодні 28 жовтня. Попрошу наших глядачів обов'язково поставити лайк цьому відео, прокоментувати, де ви нас дивиться і, звісно ж, поділитися воєнним нашим зведенням. Пане Романе, цієї ночі безпілотники атакували, ми щойно бачили, два заводи, спиртзаводи в Воронезькій області, в районі Анінський спиртзавод, населений пункт Аніна, і також район Красної. Це два заводи в Воронезькій області. Не вперше, до речі, б'ють саме по таких спиртзаводах. Певні джерела, пане Романе, пишуть, що це безпосередньо має відношення до якогось військово-промислового напрямку Російської Федерації. Ну, спиртзавод, якщо він технологічно видержан під производство воєнної продукції, звісно, там определенні производяться присадки, є определенні, тобто технологічні, то только для военной техники некоторые средства, то есть авиационные, так это точно на спиртзаводе некоторые моменты, особенно противообледенительные системы, производятся именно на спиртзаводах. Потому, скорее всего, нашей разведкой были вычислены места дислокации такого рода производства, и сейчас наносятся удары для того, чтобы вывести из технологической общей цепочки эти продукты. Я думаю, добьют эти заводы. Во-первых, недалеко находятся. Во-вторых, уже понятно реперные точки, по каким бить. Главное, количество дронов, ну, естественно, продолжение такого рода задач. Пане Романе, і ще біля Аніна цього населеного пункту також є якась нафтобаза російська. Чи могла вона бути ціллю? В 5 кілометрах? Да, если бы это был НПЗ такой серьезный, тогда может быть. А нефтебаза, ну, любят наши генералы погреться на нефтебазах, с одной стороны. Потому могли, конечно, и по нефтебазам отработать, если уже в одну сторону лететь, чтобы два раза не возвращаться, называется. Но реально это, конечно, Анинский спиртзавод. То есть, скорее всего, там именно производство военной некоторой продукции. Два раза бы уже точно не заходили просто так. Пане Романе, також самі ж окупанти повідомляють про важку ніч в Криму, тому що була велика кількість чутно вибухів. У Джанкої та в цьому районі чули до 20 вибухів, у Сімферопольському та Червоногвардійському районі, у селищі Гвардійське та Сімферополі, там також є аеродроми військові російські, також було чутно до 10 вибухів. Самі ж вони кажуть, окупанти, що це могла балістика бути, можливо, це були і нептуни. Дело в том, что на аэродромах, в основном на аэродромах располагаются системы противовоздушной обороны, зенитно-ракетные комплексы. Потому иногда те ракеты наши, которые заходят на аэродром, они совсем по аэродромову душу идут. То есть, скорее всего, это продолжение операции по завоеванию превосходства в воздухе, уничтожение или прорежение ПВО противника, уменьшение плотности ПВО. Как раз они локации именно на аэродромах. Потому, я думаю, в течение суток, ну, как всегда, уже по нашей практике, в течение суток Генштаб или Главное управление разведки подтвердит поражение такого рода элементов, а мы завтра уже тогда проговорим, что именно было поражено. Ракеты, у нас есть достаточное количество ракет, которые могут достать до этих трех аэродромов, то есть начиная от наших «Нептунов», заканчивая американскими «Атакамсами», 300-километровыми, потому эта информация тоже, я думаю, в течение дня она будет подтверждена. Ну, добре, що наші союзники, партнери ще дозволяють бити по Криму, знаєте, тому що по території Російської Федерації, очевидно, не дочекаємось на найближчим часом ударів. Ну, я думаю, все-таки дождемся только після виборів. Тут осталось недолго, по большому счету, несколько недель. Дольше ждали, а от уже після виборів буде проще прийматися такого роду рішення. Друзі, є дуже терміновий збір. Ось ви бачите QR-код на цю банку. Що потрібно? Бійцям президентської окремої бригади, яка тримає оборону на східному напрямку, вже на вчора потрібно терміново ретранслятор зв'язку. Він має ціну 140 тисяч. Це дуже важлива зараз річ, тому що треба мати контакти з бійцями. Ворог там активно тисне. Знову ж таки, термінова річ. Давайте всі долучимось, зробимо так, аби цей ретранслятор потрапив на схід до наших оборонців. Пане Романе, на Курському напрямку і аналітики Інституту вивчення війни кажуть, що геолокаційні кадри демонструють атаки Сил оборони України. І, власне, ми з вами говорили, що є постійні
атаки з Снагості до Любімовки, оце от кишеня від росіян. Вчорашні геолокаційні кадри демонструють, що є просування в районі Ольговки на південний захід. Ось є Ольговка на цьому напрямку, це біля Коренєво. І також в районі Суджі, на схід від Суджі, Колмиків. Також сили оборони пробивають редути росіян. Россияне уже больше, чем неделю, наверное, каждый день трубят о том, что они окружили украинскую группировку в Курской области. Уже кого-то там отсекли, куда-то рассекли, непонятно, куда они там бегают. А мы наступаем. Мы наступаем по тем направлениям, которые с точки зрения географии очень важны для нас. Занимаем господствующие высоты, если можно там сказать. Там небольшое, в принципе, превышение, там, там сотню метров, но тем не менее. Это идет продвижение, как-то покажете карту высот, и сразу будет понятно, куда движутся наши войска. То есть вот там разница где-то в 100-150 метров, потому именно эти гряды, если можно так сказать, сейчас занимают наши войска. Идет продвижение, укрепление, а дальше уже в зависимости от возможностей наших войск, от наличия сил, средств, которые выделены на это направление, будут решаться вопросы и с российскими всякими этими вклинениями, так называемыми, и уничтожение российских, в основном, тех сил, которые сами залазят в этот мешок по левый берег Сейма. Мы же движемся как раз вот на левый берег Сейма, то есть для того, чтобы россиян в такое оперативное окружение, в конце концов, замкнуть. Но здесь очень важно, конечно, наличие сил и средств. Дело в том, что это все-таки операция на чужой территории, разворачивание, допустим, логистических цепочек, поддержки, управления, поставки боеприпасов, ротации, т.д. и т.п. Эти механизмы, конечно, усложнены, потому операция там идет медленно, с одной стороны, медленно, но уверенно, тем не менее. У россиян ничего не получается, те информационные посылы, о которых они, я уже сказал, больше недели рассказывают, это больше направлено как раз для внутреннего потребления. Пытаются российских голов успокоить общественность, так называемую. Почему? Потому что ничего сделать не могут. Даже не приняли решение до сих пор разворачивания армейской операции. Достаточное количество резервов Восточного фронта не сняли, не перебросили. Те северокорейские карлики, которые сейчас будут подтягиваться к Курскому направлению, они вопросы не решат. Они больше создадут проблем для того же Путина и для России в мире, чем решать вопросы. Потому до сих пор пока еще не видно серьезности намерений россиян освобождать свою территорию. Пане Романе, до речі, джерела також кажуть, що цілком можливо, що перші війська Кіма появляться в районі Мартинівки. Це, от, власне, напрямок по трасі від Курчатова до Суджі. Ось на цей плацдарм. Надо уточнять, какого Кима, потому что тут много Кимов. Да. Северокорейские войска собираются туда, они с Николаева приедут помогать. Потому по поводу Кимов, так сложилось, что у Северной Кореи, корейцы все там практически Кимы. Бывает и такое. Будут однозначно подтягиваться, раз их вот уже туда направили, в районе 1500, то есть грубо до полка. Там, пусть 3 батальона как-то не будут разворачивать, пытаться ввести в боевое соприкосновение. Я думаю, как только Главное управление разведки срисует их расположение, будет пристальное внимание не только украинской армии, а и всех, кто нам помогает, пристальное внимание к скорости уничтожения этих северокорейских войск. Пане Романе, і, до речі, ми з вами не раз говорили про це от кишеньку в Курській області. Так, це Тьоткине, де ми і трощили ворога, і морпіхів їхніх накривали. Губернатор Брянської області сусідньої каже, що щось подібне в них відбувається. Це вже ми так з вами будемо говорити. Тому що є кишенька, ось ми бачимо, вона ось тут знаходиться, Климове. І ворог каже, що захід сил оборони від Семенівки до Климова. Мы тоже проговаривали неоднократно с вами про этот карман Климова. Так сложилось. Климова в свое время, в прошлом тысячелетии, это был лагерным летним аэродромом Конотопской авиабазы. Я там служил, летал в Конотопе. И мы в Климово, каждый год, получается, там по определенной очередности, через год в Климово летали, курсантов возили в основном где-то с весны по осень, потому хорошо знаю это направление.
Климово – это старый аэродром, они уже его разобрали практически, но там осталась воинская часть, где мы дислоцировались в свое время. И на базе этой части там сейчас создан такой склад, я бы сказал, старой советской техники, но тем не менее. Это, во-первых, склад раз, во-вторых, сейчас туда были переброшены дополнительные силы для того, чтобы наступать в сторону Чернигова. То есть Климово и Клинцы, вот если посмотреть севернее Климово, там рядом Клинцы, россияне там новую базу вообще развернули. Потому вот, с одной стороны, это карман для того, чтобы туда выйти и отсечь, а с другой стороны, это была площадка для наступления на Черниговщину в том числе. То есть вот эти три локации россияне, которые с весны пытались организовать, это Харьковская локация в район Волчанска-Лептов, это Суджанская локация в сторону Сум, и вот эта Климовская локация в сторону Черниговщины. Потому для нас важно, в принципе, эту локацию тоже так же обезоружить, как обезоружили сейчас на Курском направлении Суджинскую. А потому на Климово надо зайти, понятно, аэродром мы использовать не будем, там уже там плит осталось мало. Но не дать россиянам ее использовать, во-первых, как площадку, ну, а во-вторых, там недалеко до Унечи. Вот если посмотреть северо-восточнее от Климова, Унеча, вот это именно как раз в Унече находится станция по перекачке нефти трубопровода «Дружба». Она туда заходит практически с Татарстана, полностью собирает там нефть, заходит в район Суджи, и там разветвляется на три практически направления. Одна труба с нефтью идет в сторону Усть-Луга под Питер, вторая труба идет через Нафтан на Прибалтику, через Беларусь, третья труба на Мозырь дальше разветвляется на Польшу, через Украину на Венгрию. То есть, а вот в Унече, недалеко от Климова и Клинцов, по трассе на Брянск, в Унече там находится именно вот эта распределяющая станция, которую, в принципе, если взять под контроль, там километров 40 до нее. Если взять ее под контроль, то без нефти останется Орбан, Фицо, Лукашенко. То есть вот это как раз тот момент, где уже давно надо было это делать. Ну, я думаю, сегодня мы услышали как раз одну из такого рода попыток, может быть, нашей ДРГ, которая заходила на территорию, может быть, в режиме разведки, которая дала какие-то результаты. Но эти движения однозначно должны быть, потому что просится просто по географии, просится Климова вернуться обратно в украинскую гавань, или, по крайней мере, под украинский контроль. Тем более, что я же говорю, что мы еще с прошлого тысячелетия там этот район очень хорошо контролировали з Конотопа. Пане Романе, щодо наших партнерів, от президент Польщі Дуда дав інтерв'ю велике, і, до речі, він каже так, воно, як воно і є. Попри те, що в нас є розбіжності між Польщею і Україною, і з кожним місяцем, з кожним роком війни все більше ці розбіжності виходять, тому що звикається, адаптується до всього на цій планеті. Але він каже, що жодного сантиметру землі Росії не можна віддавати. Однозначно, это, кстати, поддержка наших соседей, она везде по периметру так однозначно, кроме, может быть, словаков и венгров, и то не народов, потому что и словаки, и венгры нам помогают однозначно, и тут вообще без вариантов. То есть, можно сказать, по народам вопросов нет, но есть проблемы с Фицо и Орбаном, но это проблемы трубы. Убрать трубу, и проблемы исчезнут с этими правителями. Ну а Польша тут без вариантов. Дуда прекрасно понимает проблемы, которые могут возникнуть, если мы потеряем хотя бы один сантиметр нашей территории. То есть следующая – это Европа, следующая – Польша. У поляков есть две границы – с Россией и с Белоруссией. С Россией по Калининградской области, а с Белоруссией там несколько сотен километров границы. Это такая так называемая белорусско-российское государство. Практически Польша будет следующей, ну, может быть, по крайней мере, тем более поляки однозначно будут помогать прибалтам. И также ввяжутся в боевые действия, если кто-то подумает только сдать нашу территорию россиян. Правильная и сейчас вовремя обозначенная посил со стороны поляков. Большое спасибо им за такую поддержку. Пане Романе, також, якщо говорити про наших партнерів, так, посол
Великої Британії в Україні Мартін Гаррі сказав наступне, що ситуація критична, і дорікнув партнерам України, мовляв, що з липня те, що обіцяла Британія Україні, 95% надано, а от інші партнери не виконують зобов'язань. І це може призвести до серйозних наслідків. Англичане, вот кому, ну, практически вообще нечего предъявить вот в помощи и в поддержке разного уровня, так это короне английской. Английская корона последовательно, неважно, кто премьер, неважно, кто у них ведет, кто там, то есть там целый процесс, это, наверное, такой железобетонный постамент, с которого можно работать по Российской Федерации. Несколько сотен лет противостояния с Россией, у кого-кого, а британцев четко научили, как нужно и можно разговаривать с россиянами. То есть только через оптический прицел и больше никак. Естественно, а контакт с ними может быть только огневым, больше никакого. Вот в этом смысле, наверное, мы сейчас и англичане это четко понимаем, и как раз это идет артикуляция, не просто говорили, а именно действия. Потому британцы, ну, они молодцы по всем позициям, начиная от подводной, наверное, заканчивая космической. То есть передали все, что только можно. Те запасы, которые были, которыми они могли поделиться, они с нами поделились. Чего стоит только авиационная инициатива, они практически всех летчиков пропустили через свои подготовительные центры, и до сих пор этот процесс идет, и он набирает обороты. Мы, кстати, вот недавно слышали об этом. То есть, опять же, еще одна страна, которая помогает нам воевать против России. Пане Романе, наші бійці батальйону К2 продемонстрували, що вони зуміли взяти за трофеї та взяти на баланс, до речі, давно такого не було, танк російський Т-90С. Це один з найкращих, вважається, танків, я так розумію, в Росії. І, ну, втрата його в повній бойовій готовності, ну, це, без, м'яко кажучи, безлабердь, я так розумію, військ противника. Ну, разные ситуации бывают в этом смысле. Молодцы ребята, что ленд-лиз такой российский, можно так сказать, поддерживают. Это надо делать однозначно, потому что у нас, ну, где-то четверть, наверное, нашего парка, это как раз вот такой российский ленд-лиз, который мы еще с 22 года собираем по полям, восстанавливаем, причем есть на ходу, то есть вот как в этом случае. А есть, в принципе, разбитая техника, которую наши специалисты восстанавливают и запускают в бой против противника. Причем вся советская техника, даже новая российская техника, это можно сказать старая советская, чуть покрашенная, они ничего нового своего придумать не могут, она практически вся используется нашими вооруженными силами после определенной доработки. Иногда обвесы туда мы свои уже довешиваем, то есть не голый танк, не лысый танк получается, или какая-то БМП, а уже с нашими ТОУ стоят, то есть и противотанковые ракеты, и некоторые зенитные установки, то есть уже доделываем, получается, довольно-таки неплохая абракадабра, которая выполняет боевую задачу еще лучше, чем россиянами была изначально создана. Пане Романе, також є кадри, як наші сили оборони зуміли ліквідувати дві установки російські 203 міліметру «Піон». Наскільки це серйозно і наскільки цей «Піон» є потужна зброя в Росії? 203 калібр, звісно, це дуже велика проблема для нас. Причому «Піони» спеціально вичисляються на рівні, приблизно, як і зенітно-ракетний комплекс. Вони в пріоритеті по вычислению нашей разведки и аэроразведки, и в приоритете по уничтожению. Наносит довольно-таки серьезное поражение, пусть не точное, но если начинают кучно бить, допустим, по площади, то да, довольно-таки большие проблемы. Потому уничтожение такого рода стволов – это тоже хороший такой положительный момент для войск на этом направлении. Ну і до авіації росіян, пане Романе, ми говорили з вами, і ви казали, що є проблема в них після санкцій з деталями. Також ви згадували, що є проблема з пілотами. От, власне, «Іскандер» також мають пілоти прийти, бо вони в дефіциті в росіян. Є кадри продемонстровані, що їхній Ан-2 здійснив, м'яко кажучи, важку посадку, але пошкодження очевидні і сильні.
сыпется российское, вот сейчас видно, старое советское, в принципе, если так говорить, уже сыпется все старое советское, ну, рассыпается в воздухе. А тем более еще пилоты необученные, вот если пролетавшие там, имеющие сотни часов на старой советской технике, они как-то ее еще, понимая, что она где может развалиться, они ее как-то берегут или, по крайней мере, в особом случае, в аварийных ситуациях могут из нее вырулить. А молодые пилоты, желторотики, естественно, попадая на эту старую, на старые советские гробы, ну, их гробами, в конце концов, и делают. Ян-2, и вот мы говорили про Ми-2, тоже, в принципе, надежный вертолет, но, тем не менее, уже все-таки старый, прошлое тысячелетие, поляки когда-то собирали его, неплохая машина была, упал К-52, или там мы так и не определили, К-52, или один из Ми, но, тем не менее, тоже был, тоже разваливается, потому это, наверное, дело не в санкциях, это дело в том, что старое советское оборудование, практически все уже приходит в негодность, и в конце концов, где-то в ближайший цикл, может, десятилетие, оно полностью закончит свое существование. А вот санкции, они по-другому действуют. Недостаток определенного количества обслуживания самолетов, особенно тяжелых самолетов, не дает возможности россиянам именно в таком виде их использовать. То есть в гражданской авиации, в военных перебросках, транспортных так называемых. Здесь у них однозначно есть проблемы, причем они не решаемы. Они пытались их решать там, с помощью третьих стран, той же Индии, но как только вычисляется какая-то серая схема по обслуживанию, как только она выходит в информационный поток, она сразу же рушится и не дает возможности выполнять полеты уже тяжелой авиации, так называемой. Вот там будут проблемы, причем в ближайшие где-то 3-5 лет. Это не так быстро. Санкции на авиационную отрасль, промышленность не быстро действуют. 3-5 лет, и у них просто ее не останется. Пане Романе, Ісут Вовчині, він каже наступне, що брак грошей і людей змусить Путіна міняти спосіб ведення війни. От я не дуже розумію, що мають на увазі аналітики Ісуту Вовчині. Як можна поміняти, коли, ну, який брак грошей, якщо вони все рівно ці гроші будуть надходити, будуть гірше самі росіянці жити, але ВПК далі отримуватиме все необхідне? Ну, может быть, не так ВПК, но, по крайней мере, поставить строй личный состав они точно смогут. У них они раз обожглись на принудительной бусификации, мобилизации, больше к этому возвращаться не будут. У них прямой рекрутинг, мотивированные бойцы. Почему они? У них, в принципе, получается выполнять боевые задачи. Да, с большими потерями. Да, там сотни россиян гибнут в сутки, но они все мотивированы. Почему наши бойцы всегда говорят, ну, лезут как тараканы со всех щелей, со всего, всего. Почему? Это мотивация, так называемая. Они приходят сами в армию, да, за денежным содержанием, тут вот за соцпакетом, за денежным содержанием, да, но это мотивация. А раз человек мотивированный, он будет выполнять задачу, ту, на которую пришел и на которую продался, если можно так сказать. Так вот, мотивированных российских вояк там будет предостаточно. А мотивация денежная, да, если опускается, допустим, количество там в сутки поставленных в строй, будут поднимать просто планку финансирования. Ну, было сначала там 300 тысяч входной билет, так называемый, за подписание контракта, потом до полмиллиона поднялся, до миллиона, сейчас уже 2-3 миллиона за подписание, в рублях за подписание контракта. Это мотивация. Соцпакет довольно-таки такой увесистый. Практически, если выживешь, то до конца жизни уже обеспечен, а если помрешь и удобришь чернозем украинский, то тогда семья обеспечена. Это соцпакет, и он работает, и он привлекает россиян, потому я немножко не понимаю, о чем идет речь. А деньги так платят за углеводороды, до сих пор санкции, кроме санкций Малюка-Буданова, ничего больше не действует на российскую экономику в этом смысле, в смысле потока финансирование. Уничтожение НПЗ, которое остановлено. Почему? Потому что связали руки нашему Малюку и Буданову в том числе. Они не работают по НПЗ. Мы же это видим прекрасно. По спиртзаводам работают, а по НПЗ нет. И без этих санкций российская экономика будет получать валюту, за которую они будут ставить в строй рекрутов. Получается, что даже мы, прокачивая газ и нефть через Украину,
Мы, продавая ильменит сейчас через азербайджанцев тем же россиянам, они же потом этот титан будут продавать по миру, они будут получать валюту, за которую будут покупать солдат, которые будут лезть на Восточном фронте или, неважно, на любом другом. То есть вот такой замкнутый цикл, в котором мы, кстати, в том числе участвуем. Я уже рассказал про трубы, ильменит, титановые месторождения и так далее и тому подобное. Пане Романе, також хотів би згадати видання «Більд». Регулярно їхній кореспондент Рьопки видає інформацію. Цього разу він пише про плани Путіна довгострокові. Він каже наступне, що до кінця 2024 року Путін планує, хоче окупувати весь Донбас і дійти до Оскола на річці, ми знаємо, та, біля Куп'янська. А також каже, що у 25-му році російський диктатор планує захопити три обласних центри – Харків, Запоріжжя і Дніпро. Чи реально це фізично? Тому що от ми бачимо їхні потоки живої сили на межі, і вони борються за невеликі населені пункти. А тут Рьопки каже про Харків, Запоріжжя і Дніпро. Ну, в планах может быть что угодно. У них на 22-й год в планах было захватить за 3 дня Киев и взять под контроль всю Украину. Потому планов однозначно может быть много. Вопрос в выполнимости, то есть стратегической возможности некоторых действий, особенно на следующий год. Если мы не дадим возможности российской армии остановить наши удары по ней, ну, то есть не уйдем в режим остановки боевых действий и дадим возможность ей за несколько месяцев восстановиться, они это могут сделать, ну, пусть за полгода, это точно до весны, то следующая летняя кампания во всеоружии, так сказать, с полумиллионной армией, полностью экипированной, с определенными запасами на складах вооружения и техники, они могут выполнить такого рода задачу. Ну, вопрос там, захватить это вряд ли, подойти могут. Подойти могут к Харькову, подойти могут к Днепру, подойти могут к Запорожью. Все-таки миллионники города захватить там полумиллионной армии практически невозможно, особенно областные центры. Но, тем не менее, подойти к границам и кошмарить Аркой однозначно смогут по левому берегу и Запорожья, и Днепра, ну и, само собой, Харькова. То есть с этой точки зрения, да, есть такая возможность, ее Рёбке показывает как возможность. Почему? Потому что, ну, военные всегда должны готовиться к худшему варианту, вот один из худших вариантов вот такой. Ко Львову они точно в следующем году не подойдут, никто об этом и не говорит. А это более-менее выполнимая задача, по крайней мере, в плане. Опять же, если мы дадим им возможность при замерении каком-то, при прекращении боевых действий, собраться с силами там где-то в течение полугода. Ну, вряд ли кто-то на такую возможность пойдет, потому что тогда будем ловить их под Харьковом, Днепром и Запорожьем в следующем году. А вопрос выхода на Оскол, на левый берег Оскола, это стоит задача в этом году, она стояла, по большому счету, за летнюю кампанию. Стратегическая задача была выйти на левый берег, выдавить украинские войска за Оскол и за Северский Донец. То есть, по большому счету, взять под контроль и Лиманское направление. Это с точки зрения обороны оптимальный вариант для россиян. То есть удерживать оборону по водным границам. Опять же, по карте высот будет четко понятно, почему так. Потому что там перепады высот и сами реки являются хорошими оборонительными рубежами. Для россиян важно, допустим, укрепить восточный фланг не по границе Харьковской и Луганской области, которая проходит где-то в районе реки Жеребец, там есть такая река, чуть восточнее Оскола, а именно по Осколу. Выйти на Северский Донец, южнее Лимана, это значит взять под контроль практически Славянск с севера, ну, там недалеко можно и Артой доставать. То есть вот эта задача стоит по этому направлению, но и основная задача – это выйти на границы Луганской и Донецкой областей. В этом году она уже невыполнима. Белогоровку они так и не взяли, мы удерживаем неплохо, это Луганская область. Выйти до границ Донецкой области в этом году у них даже в каком-то оперативном, с оперативных задач снята эта задача, им бы еще до Покровска дойти. То есть это все переносится на следующий год. И в этом случае тоже Рёбке прав получается. То есть это стратегические задачи следующего года, ну, которые мы точно попытаемся разрушить. А если с помощью Рёбки, кстати, он иногда такие вещи для чего подсвечивает? Он как раз
показывает худшие варианты для западных правителей, показывая, что принимайте решение, помогайте украинской армии. И вот как Великобритания это делает. Потому что на следующий год могут быть ну, довольно-таки тяжелые последствия для ведения боевых действий. Пане Романе, також от буквально зараз, від коли ми з вами говоримо, Андрющенко, радник мера Маріуполя, повідомляє наступне, що в Бердянську підірвано міст, який є безпосередньо в самому місті, і росіяни вони використовували цей міст, це залізничний міст, для транспортування, і точно вже відомо, наразі наслідків фотографій немає чітких, але кажуть, що це паралізовує в'їзд і виїзд з залізниці потягів в Бердянську. А якщо наскільки я знаю, Бердянськ – це логістика росіян на півдні. Ну, між Мелітополем і Маріуполем, то є приблизно посередині, там дуже великий порт, росіяни його використовують на Азовському морі як логістичну цепочку, розгружаються в Бердянську, а далі розвозять практично по Запорозькому і частині Херсонського направлення воєнну амуніцію. Потому один из вариантов пресечения именно логистических цепочек – это подрыв вот этих мостов. Разными механизмами, либо дальними средствами поражения это можно сделать сложновато, но можно. Либо работает наша разведка, наши партизаны, которые, поверьте, в Бердянске очень много. Бердянск – это такой, сейчас я бы так сказал, уже город партизанской славы, именно с Бердянска. В Бердянске концентрируется в довольно большое такое серьезное подполье, которое инфильтровано уже в российские войска, и их практически невозможно, а реально невозможно их вычислить, потому что эта инфильтрация происходила, с одной стороны, насильственным путем со стороны россиян, и тут они сделали очень хорошую для нас работу в этом смысле. И сейчас это подполье выполняет боевые задачи, в том числе и обрезание логистики. Вопрос использования, допустим, в таком амплуа партизан, ну, довольно-таки опасен. Почему? Потому что у россиян сейчас системы слежения довольно-таки серьезные. Оптимальный вариант – это накрывать развязки железнодорожные, в том числе, дальними ракетами. Вопрос их наличия. Ну, то есть, если партизаны используются на глубине 80 километров, значит, у нас нет, да, нет такой дальности ракет, которые могли бы, допустим, сложить тот же мост. А это надо делать, и это надо запрашивать у наших партнеров. Это же оккупированная территория Украины, в конце концов, не российская территория, но можно работать. Там этих мостов по сухопутному коридору, ну, где-то десятка, два, три, наверное. Причем, начиная от Новоазовска, это с востока, и заканчивая тем же Мелитополем. То есть там есть почем работать, даже железную дорогу россияне запустили уже, в конце концов. Ни одного моста мы не разбили, ни одного, ни по одному железнодорожному мосту, ни по одной железнодорожной развязке не зашло ни одной ракеты. Что происходит, пока непонятно. То есть одно дело, связали руки нашим спецслужбам работать по России, а здесь, получается, связаны руки у спецслужб и у вооруженных сил Украины по работе по вот этим цепочкам именно сухопутного коридора. Получается, отдали практически, подарили сухопутный коридор Путину. Ну, есть вопросы к нашему политическому руководству. Почему, кто и как не дает возможности работать нашим ребятам? Ну, до речи, от Зеленский вчера сказал, что цього тижня очікує на серйозні поставки пакетів допомоги. Те, що обіцяв Джо Байден, дуже сподіваюся, що там будуть ті речі, які потрібні для того, аби нищити мости. Пане Романе, я вам дуже дякую за це зведення. Нагадаю нашим глядачам, сьогодні 28 жовтня, понеділок. Обов'язково поставте лайк, підпишіться і прокоментуйте, і поділіться нашим щоденним воєнним зведенням. Побачимось в ефірі 24 каналу.